Я даже не буду говорить, сколько у нее подписчиков. Скажу только, что ее репостят Дима Билан и Светлана Лобода. Визажист, бьюти-блогер, модель, самая юная звезда соцсетей Полина Айнутдинова. Какая красавица к нам приехала! Привет, Полиночка! Привет! Расскажи, чем ты занимаешься, чем ты интересуешься? Гимнастикой. Ты такая маленькая, уже гимнастикой занимаешься? Да. А еще чем? Я могу сапога даже показать. Сапога? Шапогат! А, шапогат! Ну, покажи. Как это у тебя получилось? А ты можешь? Я? Да. Конечно, могу. Как бы тебе показать? Да не так. Да не так. Не так. Не так, вот так вот. А ты цифры знаешь? Цифры нет. Нет? Давай тогда первые две выучим цифры. Да. 0-3. 4. Правильно. Кроме гимнастики, ты же еще звезда Инстаграма, да? Да. Как ты думаешь, почему у тебя много подписчиков? Потому что меня все выложили на Инстаграме. Тебя все выложили. А сама что ты показываешь в Инстаграме? Сапогаты. Но есть же еще и танцы. Ты танцами занимаешься? Да. Я знаю, что твой танец под песню Светланы Лободы набрал 2,5 миллиона просмотров, да? Да. Чтобы этот танец распространился на всю страну, можем мы попросить тебя немного потанцевать для нас? Да. Хорошо? Да. Давай. Итак, Светлана Лобода. Песня «Суперстар». Танцует Полина Айнутдинова. Все люди как люди, а я суперзвезда. Основы твоей резали нежно. Сопротивляться почти бесполезно. Все на паузу, все на потом. Молодец! Браво! Пойдем, Полин. Ой, ну ты настоящая леди, конечно, я понял. Скажи, давно ли ты начала заниматься мейкап? Не знаю, меня мама научила просто. А здесь твоя крестная мама, да? Да. Как ее зовут? Аня. Аня, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, представьте тогда всю семью свою. Аня, да. Крестная Полины. Даша, это родная сестра Полины. Арсений, родной брат Полины. И Лера... Сестра Полины. Очень приятно. Ну, давайте тогда вы пару слов скажите про Полину. Как она, насколько вам известно, как она начала заниматься макияжем? А Полина у нас с 2 лет начала всех красить. На день рождения она заказывала настоящую косметику. Детская ей была не нужна. И всех нас красила. И Дашу, и Леру, и меня, и маму. Всех. Ну, хорошо. Полин, а ты знаешь, кто является сейчас самым известным визажистом в России? Кто? Топ-визажист, блогер Елена Крыгина. И она сегодня здесь, в нашей студии.
вас когда-нибудь репостил Дима Билан? Меня не репостил, но я делала макияж Диме Билану неоднократно. А Полину зарепостил на 4 миллиона просмотров. Серьезно? Да. Так, Полина, это круто. Прямо сейчас. Полина Айнутдинова и Елена Крыгина покажут нам, что такое модный дневной макияж. Идемте на сцену. Я даже не знаю, как это по-модному называется. Вот... наша make-up room. Или студио. Да, студио. Лена, вот ваша студио. Да. Полиночка, вот твой туалетный столик, я бы так сказал. Да. Осталось только пригласить моделей. Анну и Кристину из диджей-проекта Twins. Здравствуйте, Анна и Кристина. Итак, сейчас наши конкурсантки, опытные мастера мейкапа, покажут свое мастерство. Правильно? Да. Дневной макияж. Да. Начинаем. Полин, что ты сейчас делаешь? Вытираю лицо. Вот. Действительно. Ты сняла тональный крем, да? Да. Молодец. Лена, что вы делаете сейчас? Мы поправляем тон, мы не будем его снимать, потому что он и так красивый, красивая кожа. Да, вы не такая радикальная, как некоторые, да? Хотя есть чего поучиться уже. Да. У Полины основательный подход. Ой. Чтобы сделать свое, надо все смыть сначала. Что ты сейчас делаешь, Полиночка? Ты смешиваешь тональный крем, да? Да. Угу, прекрасно. Чтоб свет подошел. Полина, как ты подбираешь цвет, расскажи. Не знаю. Это тоже слова художника. Ты мне напоминаешь Тома Сойера из Марка Твена, да? Он также мастерски красил забор. Лена, а что вы сейчас делаете? Мы с помощью консилера прорабатываем зону под глазами, чтобы не было синячков. Угу. И еще, вот если есть где-то покраснения, мы тоже их так вот аккуратненько скрываем. Прекрасно. Да? Полиночка, а ты сейчас что делаешь? Синяков не было. Полиночка, можете попросить? Не сильно... Тебя накрасить? Нет! Нет, не сильно дави на глазки Кристины, а то могут появиться новые синяки. Да нет. К чему ты сейчас приступаешь, Полина? С синими. Помогите. Я думал, это текст Кристины. Помогите. Полин, а что самое красивое в женщине? Ничего. То есть я правильно тебя понял, что красота — это заслуга визажиста, да? Да. Что это такое? Тушь. Ну, держись. А я... Так, осторожно. Смертельный номер. Кристин, что-то передать родственникам? Аня может передать. Я передам. Хорошо. А что у вас на губах? Это... Это кусочек помады. Ты не будешь губы красить? А она накрасила половину нижней. Давай подправим губки, Полин. Да. Полиночка, тебе нравятся наши модели? Да. Ты хотела бы стать такой же красоткой? Уже такая. Давайте посмотрим. Итак, встаньте рядом. Смотрите. Очень хорошо. Очень хорошо. Кристина, вы можете сесть сейчас. А Лена нам, на примере уже Кристины, покажет для Полины, например, что модно в этом сезоне. А мы с Полиной послушаем. Полин, готова? Давай с тобой сделаем макияж глаз еще моднее. Вот я тебе сейчас дам классную кисточку. Так. И тени.
И прям вместе с тобой сделаем. Давай, я буду держать, помогать тебе, потом я отпущу. Потому что сейчас очень модно смоки айс. То есть мода возвращается, ведь смоки айс когда-то были модны уже. Да, это такая вечная классика, просто сейчас надо... Вот, правильно делаешь, ты правильно вбиваешь тени в кисть. Угу. А что значит, Лена, вбиваешь тени в кисть? А вот Полина сделала сейчас такое движение, за мной повторила. Она набрала тени на кисточку, чтобы они не осыпались на лицо. Она сначала вбила в кисть. Прекрасно. Угу. Я думаю, что мы можем приступить к следующему глазику уже. Угу. Давай сначала вот второй глаз докрасим и блестки нанесем. Сейчас уже так не говорят, намазывай. Намазывай тоналку. Все это в обиходе. Вот сюда чуть-чуть добавим. Вот так вот просто, по-свойски. А теперь давай блестки наносить, может. Блестки прям пальцем, Полин. А блестки это тоже модно, да? Это в этом Очень сезоне модно. Блестящие смоки айс. Закрываем глазки. О май гад. Я сюда, видишь, как прям прикладываю, растушевываю. А ты Сейчас. Сюда. У Полины это займет чуть больше времени, потому что у нее пальчик маленький. Конечно, ну смотри, как она мастерски это делает. Да. Здорово. Давайте пригласим Кристину и Анну встать вот сюда, на центр. Полиночка. Опа! Лен, пару слов о том, как Полина в свои 4 года управляется с мейкапом. Ну, я была удивлена, потому что, когда мне сказали, что Полине 4 года, я была уверена, что сейчас это будут карандаши и краски на лице. Нет, она абсолютно осознанно знает, какие движения делать. Это очень важно, что она с детства это видит. Ура! Молодец, Полина! Медаль в студию! Ну что же, Леночка, вы как уже популярный бьюти-блогер. Ты лучше всех. Полин, вот этот рюкзак со сладостями для тебя. Это тебе букет. Это Леночке. Спасибо. А это Ане и Кристине. Спасибо. И расскажи, пожалуйста, Лена, что вот это? Это подарок от меня для Полины. Я хочу тебе подарить книгу свою про макияж. А это Елизавете Максимовне. Спасибо. Обязательно передам Лизе вашу книгу. Полина Айнутдинова. Лучше всех!